Строительство базы отдыха в ущелье Мзиугумцавского района Южной Осетии идет с опережением графика, хотя по плану сдача намечена на октябрь 2024 года. Основные работы на объекте уже выполнены. Сейчас строители производят внутренние отделочные и сантехнические работы. На данном этапе идут уже к завершению все ремонтно-отделочные работы во всех зданиях. Еще идет параллельная установка мебели и оборудования, то есть уже заключительные этапы подготовки объектов. Скоро начнется, уже планируется уборка помещений непосредственно. Во всех зданиях идет установка мебели, расстановка оборудования. И скоро все здания будут готовы к уборке помещений непосредственно. Все коммуникации уже давно проведены, сделаны. То есть все, что касается всех инженерных сетей, все подключено. Все черновые работы были уже сделаны. Также здесь завершают благоустройство территории, включая работы по озеленению и установке уличного освещения. На объекте высажено 120 саженцев ели, что значительно больше запланированного. Хвойные хорошо впишутся в ландшафт ущелья. Для того, чтобы саженцы хорошо прижились, была привезена почва из села Эрет Цхинвальского района. Из наружных работ уже идет последняя стадия работ по благоустройству именно. Подготовка проезжих частей под асфальт, заключительные этапы по благоустройству. Это основная фаза работ, которую еще предстоит сделать до завершения объекта. База отдыха на 150 мест расположена в одном из живописных уголков Дзаусского района на месте бывшей турбазы союзного значения Мзиугум. Лагерь состоит из 5 спальных коттеджей и административного корпуса. Один дом предназначен для детей с инвалидностью. Здесь предусмотрена вся соответствующая инфраструктура – спортивные площадки, беседки, амфитеатр. Анна Гаева, Регина Черткоева, Арсен Гасиев. Информационный выпуск сегодня.